Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы сегодня смотрим «Привет, сосед» в реальной жизни. И знаете, русской озвучки не было, потому что правообладатель, он банит все возможные переозвучки и так далее и тому подобное. И мы смотрим английскую версию, но с русскими субтитрами. Погнали, будет интересно. Эх, разъясни, шикарный, приезжать в новый дом. За смешную ипотеку, и я буду в долгу всю жизнь. Та-да! Такой, знаете, позитивный. Альфа-3 — это странное название для города. Хотя другое место, из которого я приезжал, назвал Альфа-2. Странно, да? Эх, трава зеленая, бабочки мутируют. Вот он. Я оставил свою машину здесь, пойду к своему дому, чтобы верно не кусить. Чё? О, привет, сосед! Разорвал бы. Привет, да я хотел сообщить о грабеже. Странный чувак. Сосед. Открой дверь. Это вообще это лицо, я не могу. Я тебя вижу. И возьму свой второй телефон. Что здесь? Почему здесь защита? Что происходит? Я бы на самом деле умереть от голоду. Вся моя еда в машине. Это был... Возможно, сон во сне. Эй, верни мой блокнот! И да, телефон тоже. Подожди, сколько сейчас времени? Отчаянные домохозяйки. Ловит его постоянно. Отдай мой блокнот. Или ты пожалеешь? Ух ты. Он сейчас типа зайдет. Здорово. Сосед зашел, залетел. Итак. Что это за циклины? Типа похоже на день сурка. Я могу... О, привет, привет, человек. Да, вы. Привет. Я сижу в полном дерьме сейчас. Это нормально. К навозу в этих краях. Я имею в виду, послушай, я в стенах. Типа, иди сюда. Подойди сюда. Если ты меня не гостишь... Да, смешно. Просто сделай это. Чё, шутки про пингвин? На нафиг. Это, видимо, стена. Сюда была здесь. Нет. Насколько я знаю, здесь тут что-то не то происходит. Типа я застрял здесь в маленьком пространстве. Хреново, типа, быть тобой. И типа сосед добежал. Так ползет вообще жёстко. А, о боже, делал сальтуху. Что это сальто сделал? О, сосед. Сосед пробежал. Опа. Ты хочешь синюю или черную? Я устал. Дай мне мой блокнот. Стой. Дай мне, скажите, приятель, где вы были, что вы делали в течение дня? Для всех я знаю, что ты закончил теребонькать. Я представляю. Слушай, зачем ты это делаешь? Все понятно. Это должна быть... Привет. Воу-воу-воу-воу. Еще одну руку на меня, позвольте сказать. Вы когда-нибудь видели день сурка? Ну вот, наверное, нет. Пофиг на телефон, закончи батарейки. Пофиг на блокнот, который я купил. Трудная жизнь. Эта дверь будет ответ к Сингу. День сурка. Подошел опять. Я не могу от этого, как он вот прилетает такой. Все, сейчас я это сделаю. Пунк, сосед прилетел. Вообще, тот с этого вообще орал. Так, чувак, короче, все подевает. Все, побежали. Эй, попробуй поймать меня. На цепочке, на... Изи, изи. Цепочка. Вот дерьмо. Ноги нет. Башка. Та в шоке, а черту боль. Вздохи и крики. Кричать, оставь это. Надо. А, боже мой, нога.
Скачал по себе план... План G. Клей, это замедлит его. Клей был вот в этой серии, помните его? Шлепнется и тупо. Он бежит, бежит, бежит. Здорово, ты вляпшив в эту кучу. Прыгнул просто. Лол. Я просто буду лежать и все. Дзивок. Пробежал свет. Это вообще эпично. Все, я буду лежать, просто ничего делать. Все, лежать. Я сверху прибежал. Отчасти обычно соправлю, честно. Поэтому я думаю, в это время надо подписать, написать письмо. Ай, врешь. Все, написал письмо. Поймал его с письма. Вот оно. Я типа твои лампы сейчас стукал. На! О, вот это... Да, поймал. Ладно, действительно должен быть. Тебе это нравится, да? Тебе это нравится? Ой, извини, извини, извини. Ладно, лови меня. Я думаю, без... Типа он, когда смотришь, он бежит. Опа, Стас. Рау. Хэллоу. Короче, все попытки, да, у него. Это же Хау. Ага, сосед здесь. На. Поймал. О-о-о-о. Такой. Почему ничего не работает, как будто он знает все, что я собираюсь сделать. Wink-wink. Бокс, типа коробка. Ага! У меня аллергия на коробке. У меня аллергия на коробке. А, я ошибся. Аллергия на коробке. Давай, давай, давай. С логической точки зрения, я просто буду ранить его душевность до поры до времени. Высмеять его. У него очень странный подбородок, он похож на педофила База Лайтера. Педофила База Лайтер? Педофил Лайтер, типа... Ты педофил База Лайтер, это идеальный вариант. Мы идем, вот он читает письмо. What the f... Он действительно плачет. Он неженько? Он что-то, он правда плачет. Он упал. О, он... Давай, беги. А, ты дали какой? Я в деле, наконец-то. Наконец-то. What the f... Это история игрушек? Здорово. А тогда я не знаю карате, но я буду называть вам... Так, мы собираемся поговорить или еще? Конечно, бери чай и печенька. Очень хорошо, кто такой? Зачем вы меня приучаете каждую минуту? Прошу прощения за рукоприкладство. Тем более, я только чистил мой... Без перчаток. Очень рад, что вы мне сказали. Это реплика из игрушки. Да, и правда. У меня был знакомый, он был моим Вуди. Итак, и к чему ты ведешь? Мне пришлось избавиться от него. Почему? Он не был фанатом истории игрушек 3. Можешь поверить? Не веришь, мне пришлось избавиться от него. Так что... Видимо, стены... Они просто стекло. Очень толстое стекло. Я хотел, чтобы держать тебя здесь, как в день сурка. На самом деле, это был день после каждого раза. После того, как я вырубил и вас кормил... Технически ты был здесь уже месяц. Что? У меня нет бороды, я проснул, чувствую. Я ухаживал за тобой, побрил тебя, кормил тебя. Это были иллюзии на день сурка.
тайно записывал все. Я хочу сделать фильм. Сурок сиквел. Я хочу отомстить моей бывшей. Что? За неуважение к старику. Теперь вы знаете мой план на любой вопрос. Просто есть небольшой... Что за... Что с тобой? Много сейчас, много лет психотерапевта. Можешь уважить, ко мне относиться. Ты мой Вуди. Типа он типа это... Все это время за ним ухаживал, короче. В итоге это не день сурка, он его ухаживал, брился, то есть кормил его постоянно. И для того, чтобы он пришел, типа, он на Вуди похож на эту... Не скорее история игрушки, это вы помните. И он, типа, делал так, чтобы он пришел к этому. Но есть некоторые но. Есть некоторые. Мальчик, когда нога-то оторвалась у него, как он ему прирос? То есть башка, то есть выстрелил и так далее. Что? Это не может быть. Ну так, мелочи просто. Что? Терапия и блокировка вспоминания можно сказать, что вы... Что вы Вуди? Не, нет, у меня есть кадры для моего фэн. Ты собираешься носить эту шляпу и останешься здесь для всей вечности. Типа на всей... Да, отвали ты, иди сюда. Спрятаться в этом шкафу. Ку-ку. В коробке худший враг База Лайтера. Ну еще. Можешь принять смысл в качестве моего Вуди. У меня педофил, это назвал меня в прошлый раз, когда ты штурмовал. Я был расстроен. Вы знаете, что такое педофил, База Лайтер? Мне все еще не нравится. История игрушка 3. На. Почему он раньше не мог сделать это? Там этот пистолет же постоянно был. Да, ты умер. Я теряю слишком много крови. По крайней мере, мы это решили. Что было за этой дверью? До свидания, сосед. И все. О. В итоге он проснулся, и это была лишь шутка, короче. Что? Я думал, реально там день сурка. В итоге он так и будет. Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравился мультик, ставьте лайк. На оригинальную часть я оставлю в описании. Мультик мне понравился, вообще я орал с него первый раз, вообще орал, то есть когда тупо была озвучка чисто русская вообще, то есть я думаю, вам тоже он понравился, вот это вот вылетание соседа, это было очень эпично и классно. Ждем от него еще от этого автора классных мультиков по типу такого. На этом все, с вами был Швили, до новых встреч, пока.